Как минимум, музыка в этом фильме офигенная, потому что позвали таких вокалистов жестких. Читай, Корн, Disturbed, Linkin Park, Static... Ой, подожди, да, Static X. Это ж пипец. Это я еще кого-то забыл, возможно. Еще и фильм про вампиров, которые являются рок-группой. Звучит шикарно, если бы его пересняли. Хотя, может, и не надо переснимать, а то будет негр листат. Ладно, забудьте, не надо переснимать. Будет вампир-тиктокер. Черный вампир-тиктокер. Не-не. Не надо такого. Извини. Все-все, извини. Кто же знал, что у тебя бронированная голова? Он жив? Блять, в духе кто-то? Нифига там на горе, они уже ходят. И кто-то по металлу еще ходит. Гранату готовит, падла. Сучка. Но тут я уже не сделаю ничего. Минус. Как я не убил дальнего? Бот, не надо. Это не бот! Это не бот! Там еще один чел у забора. Етич! Это что за сервер я нашел? Мне нравится. Подождите. Голова, уши. Ёлки-палки. 484 за дефа на броней.
Это очень плохие патроны, чат. 61-й патрон, ни хрена себе. А чё ты, кстати, про Baldur's упомянула только эту сексуальную сцену? Только на нее попала на стрим? Или единственное, что тебе запомнилось? А, Черик сбежал с нашего холма с противоположной стороны. Дальше побежал? Сюда. От нас уходит. Не, я просто не поняла, почему так рано было. Ходит внутри. Кто-то ходит внутри, за забором. Да не шурши, Аня, не шурши. Это нам флешки летят. Ну, он же знает, что... За вагончиком, тип, да-да-да. Налево ушел, да? Да. Не сцы. Не попаду. Посиди. Убил? Но мне казалось, как будто один уже пробегал вперед. Либо он нас услышал и вернулся. Нет? Еще по тебе. Да-да-да-да-да. Под вышкой, прямо под вышкой. А я ушла? Ну, вот туда. Но мне хорошо попал, слушай. Возможно, взорвал. Да, кричит. Ног чиню. Да, сдох. Господи, МП5 это какая? С магазином на 20 маленькая. Не понял, какие именно треки, которые в начале видосика. Спасибо большое за 500. Типа начальная заставка ролика или что за треки ты имеешь в виду? Бегает внутри. Еще пустом? Да, я от платника отрезаю. Он прям в пристрое должен стоять, по сути. На третьем убила. На третьем? Да. И он куда-то смотрел дальше в сторону меченки. Нового убил? Убил? Да. Так, я вернусь третий чекать. Угу. Хорошенькие пошли. Меченка скрытая. Уже меченка не нужна, теперь он постоянно вскрытый, да? Кстати, чат, я ж даже не включил супер читерскую функцию этого монитора. Надо хоть затестить, блин. Блин, ну она же выше. Она, по-моему, выше, чем нужно, эта точка на экране. Тут крестик в квадратике такой, но он же неудобный. Просто была бы точечка, наверное, гораздо удобнее было бы.
И что, где они? Бежит с перекрестка в нашу сторону. Убил. Дробовик глушеный. Крыша, что ли? С этой, с мусорки, что ли? Нет, это либо крыша, либо где-то там у двушки в торце. Я к дороге подойду. У машины. Закладывает деньги. Блять. Он дернулся, по нему не попал. Вот сейчас попал. Убил его. Господи, вот. Что ты в жопу? Сейчас все этажи открыты. Хай я на крышу. Мутант. Лушеный. Выхода кто-то. Вот. Это по кому? Он снизу, да? Да, походу. Хуйло! Вот хуйло! Конец тебе! Где-то под трубами снизу, сука, видимо. Сука, отстрелялся, да? Я по центральной сейчас чуть-чуть посмотрю. Да, он поднимается наверх. Бежит наверх. У тайфуна? Ну, по центру где-то, немножко левее. Я у труп сейчас буду. Он наверх уже поднимался. Вот, поднимается. Ты бегаешь? Нет, я сижу, вот так сижу. Убил человека. Откуда взялся, блин? Вчера себе звуки какие интересные. Я не знаю, может это наушники багнутые? Вы слышите, как звук вот в них отображается? То есть звука нет, и потом просто как-то чел заходит в радиус действия, он просто вот резко вот так появляются шаги. Причем это наушники самые топовые, они должны, ну, слышимость у них должна быть больше, чем у других. Бот, походу, ходил, что ли, все это время. Вон он! Два по 90 перестреливаются между собой. А, или они заодно? Ёпт.
Ох, ранил его гранаткой. Земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Нет, это боты. Ну где ты, а, сука? Сорвался, нет? Летите, геймер. Где-то там СВД. Фига он там зажимает. Так, 6 жетонов, считай, у меня. Я 7-й. То есть 3 человека, грубо говоря, где-то еще могло быть. Уехал кто-то на тачке еще. 2060 супер потянет Тарков. Ну, я на 1070 играл в Тарков. Опа, блин. Летить. Что тут происходило у тебя? Подожди, а где тут спрыг-то? Вот здесь спрыг. Надо дверцу закрыть. Эх, кажется, двое. Ну прицелься, пожалуйста. Вот и все.
Подождите, а меня... То есть меня пошел пушить тип с болтовкой? Тот, который ко мне спрыгнул. Капец, он его надамажил, кстати. И здесь тоже, гляньте, сколько попаданий было. Еще раз на этот сервак сбегаем, посмотрим. С этой говной ты меня чуть не убил. Офигеть. А, вот тут еще дробовик сидит. Вот с кем он стрелялся. А, дробовик убил бот. Вот. Затаился, ну да, это же тактический, хардкорный, реалистичный, как бы да. Я же не могу рисковать своей жизнью, чтобы идти туда и убивать их. Сейчас спустятся ребята, мы их удивим. Тактически их переиграем. На скилле, так сказать. Я даже не знаю, тут один спуск или еще где-то спуски есть. БТР, а не вертолет. Как в сталкере летал бы, да, вертолет и отстреливал бы ЧВК. Вот и БТР, кстати. Мне просто интересно, как они долго там лутаются? Посмотреть, что они налутали за это время. Нельзя дышать. Я пока что не настолько профессиональный тактический игрок. Пускаются, что ли? У этого что-то нет ни хрена. У этого тоже ни хрена нет. А чего там лутали?